Гуда! Нет! Сильвана! Сильвана! Иди сюда! Нельзя! Сильва! Господи, грехла, надо, что вы взяли. Плохо! Он просто сильно верил, понятно, типа ничего, я не понимаю. Он не видел, в этом плане. Ты забываешь ко мне команду? Нет, да. Получала. Нет, Сильвана. Так и тоже, знаешь, попало так. Ребята тоже артиллерийцы, молодцы. Я им поправку выиграл. Ищи! Я не скажу, что теперь двигаться. Ты двигаться. И крайне, да, я даю крайний залп. Ко мне! Ищи! Крайний залп подвижу. Возьми. Мало. Я не знал, что там. Они, короче, двигали по центру города, а одна по позициям куда там, север. Уже конечно права. Интересно так, телефон, короче, они во фронтике, машины ставят, с фронтальной стороны. Там заезд такой был, они ставят с фронтальной стороны. Потом время че, они, короче, по серпантину заезжали, короче, за телефон полкили. На перепереть. А, я говорю, ну давай, короче. Посмотрели пока, ну, карту открыли, пока они там первые. Я говорю, накиньте через телефон, чтобы пугануть. Прикинь, они кидают через телефон, начинают две салфетки. Одна не знаю, что не поехала, их было три. Одна не поехала. Начинает двигаться, одна, короче, возвращается в исходное положение, становится фронтальная сторона. Туда сразу попадала. А вторая сначала с фланга стояла. Эти начинают подгонить, такие придут. Он туда по флангу, она начинает двигаться, двигаться, опять телефон отбирает. Там, короче, зарево было, я не знаю, там вспышки сейчас отстримили. Пацаны сначала на телефоны снимали через ночник. Потом уже устали. Я говорю, уже просто устал, когда там снимали. Я думаю, будет доказательство, это Я не хочу, 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 я не хочу